обратите внимание, вот как Мирка сидит и как Марсик. Сейчас она, конечно, не сидит, сейчас она пытается мне запрыгнуть на шею. Ну, вот у нее совсем другая посадка. Она как львица сидит. Правда, уже у меня все, видите, уделала. Это львица. Мирка, ну привычка у тебя. Ну что ты? Что за привычка? А это ты? Лерочек, что ты? Ну все, видели, я включил камеру и пошла. Пошла съемка. Артисты активизировали. Да ничего я не делал. Сейчас стоит мне выключить камеру, и все, они будут сидеть. И совсем другие собачки. Ну, стоит только включить. Да, уже мне советовали звук выключать. Но я тогда забываю его включать. Идите на ступеньки, садитесь. Быстрее. Быстрее сюда. Все, сиди. И ты, Лирик, садись. Вот, ну, Лирик-то ясно. Мира, садись. Ну, покажи, как ты сидишь. У нее совсем другая посадка. Она, ну, как обычно собаки сидят, а? Марсик, он на попе сидит. Лапки, ну видели ж как, лапки в кучку. Мира, сядь, сидеть. Мирочка, садись. Садись, маленькая, садись. Давай, попу. Нет, идите сюда. Быстрее, все. Мне надо выключить камеру. Они успокоятся, тогда я опять сниму. Вот видите, как она сидит. А тут Виктория рассказывает, Жорик убежал вчера. Ну, там есть вольеры, где их выгуливают в городе. И он нашел дырку. Ну, видать, унюхал где-то. Сейчас же весна, собачку. И ломанулся. И искали. Потом к вечеру только появился, возле подъезда сел, сидит. Ну, тут все же уже знают, кто выгуливает собачек. Быстро в интернет выложили там, оперативно, и Маша вышла, и он в лифте еще покатался раз 5, наверное. Потом все-таки к вечеру нашлись, переживаний столько было. Вот такой же вот гулёна. Он дважды уже сбегал. Здесь, в Кавказке, он сбегал. 2 месяца мы его не могли найти, Жорика. Потом нашли аж в Кропоткине, он там жил. И люди потом начали искать, в общем, и сказали, что вот такая собачка вот здесь жила, в Кавказской. И приехали соседи, в общем, пришли к нам, постучали. Говорят, у вас такая собачка была? Да, была. Ну, езжайте, вот дали адрес в Кропоткин. И мы поехали. И там Жорик. Нам его отдали. Очень добрые люди. Хотели себе оставить, говорят, но мы не можем. Как это чужое несчастье и на чужом несчастье построить свое счастье? Нам бы, говорит, он очень понравился, Жорик, но вам он дороже. Вот, а вернули. Мирка еще, конечно, не сбегала. Мирка, скорее всего, сейчас вот начнется тут катавасия. И мы уже думаем с Викторией. Ну, вы поняли, какая катавасия. Сейчас покажу. Короче, тут же у нас тоже собаки на улице есть и много. И когда начнется у Мирки, сами знаете что, то я уже думаю, видите, вот дырочки, надо их чем-то заделать. Вот они. Вот они, дырочки. Сюда все собаки пролезут, которые... Куда? Куда намылилась? Иди на ступеньки. Иди. Я поехал на работу. Все, давай. Сиди, жди. И тут в округе, конечно, и кубики разные. Никого только нет. Вон он сидит, кандидат. Вот он первый. Вот он. Видите? Ждет уже. А он, землянин, я вам сейчас покажу, какую дырку он пролазит. Вы не поверите. Этот глист точно пролезет в любую дыромань. Сейчас я закрою ворота. Вот в эти дырочки он точно пролезет. Вот видите дырочки? Он сюда просочится. Да. Сейчас я покажу, в какую дырочку он вылазит.
Это же он вылез. Ой, ой, ой. Что, ждешь? Смотрите. Вон, вон, видите, дырочка какая. Это ему оставили. Это закрыли. А он их разворотил. Иди домой. Видите, что получилось? Вот же они закрыли щель, чтобы он не вылез. А он отодвинул плитку и сидит. Иди, вон, иди сюда. Иди, я тебя открою. Не хочет дома сидеть. Он на меня гавкает. Вот он. Вот в эту дырочку, видите, он вылез. Так что вот они, все эти кубики, и будут у нас там, в наших дырочки, заглядывать. В общем, что нам предстоит, конечно, наверное, кто-то знает, что нам предстоит. Придется запенить это все, все дырки. Так вроде бы больше нету ничего такого. Через забор они не перелезут, эти кубики. Но меры предосторожности надо соблюдать.